Здравствуйте, дорогие друзья, наши ученики. Мы сейчас проходим техники мануальной коррекции позвоночника, мануального массажа, мануальной терапии. И этот видеоролик посвящен всем видам скруток с поясницей, связанными с поясницей. Как мы помним, у нас есть, естественно, лордоз поясничный и шейный. Здесь мы, как правило, используем вращательные ротации движения скрутки. С грудным отделом в основном используем нажатие вперед. И, соответственно, с поясничным отделом еще нажатие назад, к сзади. То есть в противоположную сторону выгибу наших позвонков. Скрутки, соответственно, мы уже в прошлом видеоролике записали некоторые. Это вот такие, когда мы за бедро хватаем человека, да, и разворачиваем его ребра в противоположную сторону. Поэтому сейчас этому не буду углубляться. А вот непосредственно связанное с крестцовым и с поясничным крестцовым переходом, скрутки будем делать лежа на боку. Тут у нас есть такие варианты. Смотрите, поворачиваясь на бок. Да, на этот. Вот. Верхнюю ногу подтягиваем вперед. Как обычно, голова лежит. Ну вот обычно делают вот так. Вот здесь, да. Локтем давят на бедро, получается. Здесь давят в плечо, в противоположную сторону. Делается достаточно. Вот опять же раскачались, дошли до преднапряжения и потом раз, повернули. Но на самом деле, в чем... То есть тут уже возможно слышать траст, хруст, но тут сползает колено, и, соответственно, человек получается немножко недокрученный. Поэтому усиливаем эту формулу. Можно ногу поднять повыше, тело развернуть, да, плечом нижним вперед, ну, куда угодно можно руку положить, и давить на плечо с этой стороны, спереди. Еще будет эффективнее, если вы будете давить не в бедро, а в гребень подвздошной косточки, вот сюда. Но чтобы туда дотянуться, нужно локтем, своей костяшкой локтя за него зацепиться. И как бы мы поднимаем таз и разворачиваем в эту сторону, при этом надавливаем на плечо, и у нас получается еще дополнительно не просто друг против друга не идут, да, а еще и на декомпрессию. По диагонали получается растяжение. Показываю. Вот так. Если кому-то удобно, рукой можно взяться и, собственно говоря, и вот так. Есть нюанс. Если мы хотим вот мобилизировать позвонки здесь, то нам достаточно прямого угла телом человека, бедро прямого угла с телом человека. Если до верхних позвонков добраться, то надо угол уменьшать. Вот это будет примерно 3-4 позвонок поясничный. Вот так вот это будет 1-2 поясничный позвонок. Еще нюанс. Если у человека сколиоз, то лучше положить ровненько руки вот это вниз, эту вверх, будем давить на ребра. Ну, в данном случае у нас имеется в виду, что сколиоз пошел в грудном отделе в нашу сторону, ну, вправо, да, а здесь пошел вниз. Нас интересует вот этот отдел средний. Мы растягиваем тело человека, вот, мы его растянули, да, а в этом отделе пальцами позвонки поднимай вверх. Ну, если надо вниз, то, соответственно, вниз продавливаем их с растяжением. Так, теперь еще какой вариант? Усиливаем эту формулу тем, что нижняя нога должна быть желательно прямой. Верхняя нога, ну, некоторые делают как? Некоторые вот отсюда залазят. Вот так вот делают, да? Некоторые залазят через стол.
То же самое можно делать и на полу. Здесь чем удобно? Тем, что вы всем корпусом, получается, делаете более резкое движение. Руку тут надо положить назад, голову тоже за плечом. Давите в грудную клетку. Опять раскачали. Раз, два, три, на четвертый. И раз, провернули. Это какой получился вариант? Четвертый, да? И пятый вариант. Еще усиливаем формулу. Но чтобы его видеть, мы должны как бы встать сзади человека тогда. Ну, я перед камерой не буду перехопать стол. Лучше, пожалуйста, развернись, Андрей. Так, здесь смотрите, что получается. Да, верхнюю ногу к себе тянем. Снимаем ее с противоположной ноги. Нижнюю ногу прямую. Желательно зацепиться стопой за стол. Да, здесь можно еще свесить дополнительно. То есть оно уже растягивается. Иногда в момент поворота уже у человека там слышен хруст. Этой рукой ты придерживаешь ногу. Голова лежит сзади. И чтобы еще увеличить больше как бы диапазон скрутки, да, у нас есть внутреннее, у корсета организма есть внутреннее напряжение, как, ну, когда он доходит до предела. Вот дальше он уже не повернет голову. Но он может еще перейти через предел, если мы поможем движению глазами. Для этого, ну, обычно я руку просто назад себя закидываю, да. Но можно попросить человека поставить самому себе лайк, вот так вот палец сделай, и смотри на него. Вот чем ниже опустишь, тем больше у тебя будет скручиваться. Соответственно, здесь смотрите. Если мы давим на плечо, тут будет больно. Кто-то там пробует подмышку давить. Но это больно, это, в общем, непрофессионально. Лучше всего давить всем своим предплечьем, захватив его за грудную клетку. Потому что нам нужно не подвижность грудной клетки, а нужно подвижность поясничной области, да? Этой частью мы скручиваем на себя, а здесь мы будем давить не в бедро, а в крестец. И чтобы упор был в крестец еще больше, еще мощнее, да, мы свой локоть упираем себе в бедро. То есть своим бедром мы будем толкать его резко в противоположную сторону. Для этого мы приседаем. Итак, демонстрирую. Присели, обхватили. Здесь вот пониже, вот так вот снизу прям, снизу вверх. То есть мое движение идет снизу вверх и вот туда. То есть опять по диагонали мы его раскручиваем. Присели. Раз, два, три, четыре. Производим вот такой маневр. Мобилизацию. И это пятый был, да? И шестой случай еще увеличен. Если человек там совсем мощный, да, закостеневший, то ему наших рук, или мы худенькие, например, да, маломощные, не хватает. Тогда перейдем на пол. Итак, положили человека, шестой способ скрутки, более мощный. Положили человека на пол, в ту же позу, нижняя нога прямая, верхнее колено, колено верхней ноги под 90 градусов к телу. Заднюю руку можно положить куда угодно, она в принципе нам не нужна. За переднюю руку мы будем его разворачивать в нашу сторону, а здесь упираясь пяткой в бедро в противоположную. И также раскручиваем. Раз, два, три. Раскрутили его. Ну вот, дорогие друзья, сейчас мы это все отработаем на практике. А вы, если нас смотрите, то зря вы это делаете. Не смотрите, а приходите на тренинги и получайте знания прямо сразу в свои руки, которые можете использовать в своей работе для повышения своей квалификации. С вами был Олег Алабгудвин. Ставьте лайки.